слушатели. Делаем обзор еще на одну ручку. Эта серия, наверное, скажем прямо, дешевых китайских ручек, но несмотря на свою дешевизну, стоимость порядка, вот опять же, $5, вот еще одна ручка, которая мне пришла, это, правда, не подарок, это я сам покупал такую ручку, это, опять же, серия марка Hero, серия 9075, Hero 9075, вот, она, в общем-то, ничем особо не отличается от тех ручек, которые были. Тоже тоненькое перо. Держатель здесь немножко другой. Вот посмотрите, здесь эбонитовый такой. Пластмассовый. Сейчас эбонит, наверное, не делают. И такое достаточно тоненькое перышко. Вот видите? Вот, собственно, вот эта вот ручка. Вот такая вот. Я ее уже заправил. Ну, тоже есть у нее и конвертер такой же поршневой. Этот конвертер легко снимается, вставляется. Опять же, такие вот баллончики с чернилами стандартными, прекрасно тоже пишется. Вот. Но есть такой конвертер для заправки, поэтому заправлять я не буду, она у меня уже заправлена была. Вот. Также я попробовал, опять же, по совету моего зрителя заправить прям конвертер. И мне очень понравилось, потому что чистое остается перо. Вот. И можно, собственно, сразу писать, не протирая, закрутив только эту ручку. Непосредственно приступим к описанию. Значит, ручка Hero 9075. А у этой немножко жестковатое перо. Видите, приходится немножко надавливать. И мне кажется, немножко оно деформированное все-таки. Придется вот по советам, тут я полазил по сети, по советам знающих ребят, попытаться это перо, если чуть пожирнее, все равно это тонкое получается надпись, но все равно есть вот такие жирные, можно делать линии. Сейчас я сделаю чуть ближе. Вот опять же, можно писать тоненько, можно пожирнее писать. Но все-таки мне кажется, что немножко деформированное перо, и надо ее чуть-чуть шлифануть. Ну, собственно, вот можно написать опять же. Уже. Далеко я. Я стараюсь крупнее, но это уже не видно. Опять же. Вот немножко она бумагу все-таки немножко дерет. Вот, но тем не менее, ручка тоже хорошая, мне нравится. Делаю чуть-чуть подальше. Конечно, она немножко похуже, чем о которых я рассказывал. Но тоже прекрасно, можно ей пользоваться. Так. Да, хочу сказать огромное спасибо продавцу. Я думаю, ссылочку размещу в описании. Вот. Покупайте. У него достаточно дешевые цены, легко идет на контакт. Можно, опять же, договориться о скидке. В общем, вот такой короткий будет обзор с этой ручкой. Но я думаю, что все поняли. Опять же, повторю, это Hero 9075. Всем до свидания. Увидимся в следующий раз.